Сегодня на острове Татышев состоялся семейный фестиваль «Радуга». Организаторы устроили для красноярцев большой праздник с детскими площадками, фотозонами и мастер-классами. Работало более 60 различных локаций. Дети вместе с родителями играли в гигантских шарах, участвовали в спортивных соревнованиях, примеряли на себя роль художников и рисовали на воде. Аниматоры раскрашивали малышам лица аквагримом. Семейный фестиваль в краевой столице проходит уже 7-й год.